украинка Алла Костромичева несколько лет работала в Азии и Европе, но особого успеха в индустрии не имела. Пока ее не заметил директор модельного агентства Women Management Дижан Маркович. Именно он предложил девушке переехать в Нью-Йорк. И с этого момента карьера Аллы стремительно пошла вверх. Я думала, что у меня уже вообще не будет никаких перспектив. Вот. Но потом, волей случая, да, я встретилась с людьми из Women Management. Вот. И именно тогда все как бы случилось. То есть то, что я есть, это все благодаря им. Почему же всем девушкам так важно начинать свою карьеру в Нью-Йорке? Ну, во-первых, потому что все кастинги проходят сначала в Нью-Йорке, а потом уже во всех остальных городах, потому что Нью-Йорк – первый город, где начинаются недели, то есть лучше себя проявить здесь, а потом уже ехать в Милан, в Лондон и в Париж. Вот. Во-вторых, ну, я думаю, что Нью-Йорк – это город, который сейчас задает именно моду будущего. Если в Париже, Милан – это все-таки классика, то в Нью-Йорке очень много молодых дизайнеров, которые диктуют будущее развитие моды. Вот. Поэтому я думаю, что девочкам очень важно, да, сначала приезжать в Нью-Йорк, потому что другие города. В Нью-Йорке работают главные модные фотографы. Здесь же расположены крупнейшие модельные агентства. В одно из них – Women Management – мы сегодня и заглянули. Скажите, а насколько же удача важна в карьере модели? Безусловно, важна, как и во всем остальном. В нужное время оказаться в нужном месте. Это правило действует и в случае с моделями. Именно удача сыграла ключевую роль в карьере многих известных моделей. Британку Агнес Дин скауты заметили на блошином рынке. Клаудия Шифер со своим будущим агентом встретилась в ночном клубе. Но случай, талант и красота – далеко не единственные качества, необходимые моделям для настоящего успеха. Хорошие отношения в индустрии, наверное, тоже играют немаловажную роль. Даже если ты талантливый и тебя любят, ты не можешь расслабляться, ты должна быть на уровне. Успешные модели всегда знают, как вести себя с клиентами и людьми из индустрии. Это совсем другое, нежели умение хорошо выглядеть перед камерой. Мы помогаем девочкам в этом. Мы образовываем их. Вокруг модельной индустрии бытует такое количество слухов и сплетен, что основная масса людей даже не представляет себе, насколько семейным является этот бизнес. Агентство относится к своим девочкам как к детям. Им выбирают одежду, их учат, дают наставления и следят за каждым их шагом. Зачастую мы становимся второй семьей для девочек, заменяем им родителей. Порой они очень одиноки и боятся всего вокруг, так что мы обязаны быть рядом. Это часть нашей работы. Например, мы всегда советуем девочкам, во что одеваться. Работаем их стилистами. Вместе ходим по магазинам Zara, H&M. Как вы понимаете, что именно эта конкретная девушка станет знаменитой? Благодаря моему опыту достаточно одного взгляда. У меня есть четкое понимание того, какое лицо я ищу, какой типаж войдет в моду. Какой же типаж лица актуален сейчас? Мне часто задают этот вопрос. Мой ответ остается неизменным. Нет никакого типажа. Ты просто видишь новую девушку и чувствуешь ее. По неизвестной мне причине, каждый клиент, независимо друг от друга, заинтересован в одной и той же девочке. У нас есть новая модель в этом сезоне – Валерия, и все хотят работать именно с ней. Бывает ли так, что вы сегодня находите модели просто на улице? Конечно. Уличный скаутинг, на мой взгляд, является наиболее очаровательным. Когда я начинал, только им и занимался. Сейчас мне уже нет необходимости это делать, поскольку мы разработали прекрасные системы скаутинга. Модельные скауты – это люди, которые профессионально занимаются поиском новых девочек. Они путешествуют по всему миру ради того, чтобы найти будущих звезд. Андреа Д'Антона в агентстве Women Management работает 6 лет. За каждым скаутом в агентстве закреплена своя территория. Система работает очень слаженно. Все лучшие новые лица практически моментально попадают в базу агентства. Рынок постоянно нуждается в новых лицах. Такова сущность этой индустрии. Клиенты всегда хотят видеть новых девушек. Это является причиной того, что агентства обязаны инвестировать в скаутинг, ведь они стремятся найти лучших девушек со всего мира. Необходимо найти девушку первым, дать толчок ее карьере, и вскоре у нее есть шанс стать успешной моделью. Становится ли модельный бизнес все более и более конкурентным? Да, еще несколько лет назад не было такого стресса из-за постоянных поисков новых девушек. Раньше состоявшаяся модель несколько сезонов подряд участвовала в больших шоу и снималась для главных журналов. Сейчас в индустрии важную роль играют начинающие девочки. Таким образом, агентства должны найти интересные лица прежде, чем это сделают их конкуренты. Модельное агентство. Факты. В Нью-Йорке работает более 4000 моделей.
Среднее количество моделей в одном показе – 30. Всего в городе насчитывается больше 100 топовых модельных агентств. Начинающая модель зарабатывает $125 в день. Гонорар известных моделей доходит до $7000 в час. Понравиться скауту и переехать работать в Нью-Йорк еще не значит покорить этот город. В действительности очень мало дизайнеров самостоятельно выбирает себе модели для показов. За них это делают специальные люди. Между модельным агентством и дизайнером чаще всего есть еще одна ключевая фигура, чье слово решает все. Это кастинг-директор. Когда я выбираю подходящих моделей для показа, мне важно, чтобы девочки в этой одежде выглядели правдоподобно. Хочется верить, что они могли бы надеть такую одежду в реальной жизни. Натали Джус работает кастинг-директором, да и сама выглядит не хуже любой модели. Яркая внешность, точеная фигура, продуманный до мелочей образ. 8 лет назад Натали основала собственную компанию. К Натали обращаются фотографы и стилисты, чтобы подобрать себе подходящих моделей для съемок и показов. Каждый новый сезон Натали начинает с того, что просматривает новичков. Перед ней выстраивается целая шеренга молодых девочек. Многим из них суждено сделать только один сезон. Конкуренция безжалостная. Конечно, это тяжелый труд. Поначалу девочки вообще работают бесплатно. В Нью-Йорке, например, нет такого закона, который бы регулировал их зарплату. Именно поэтому здесь свои коллекции стремится показать такое количество дизайнеров. Они могут сэкономить на моделях. Тем более, Нью-Йоркская неделя моды – первая в расписании. Если тебя увидели в Нью-Йорке, у тебя будет хороший сезон. Когда девушка приходит ко мне на встречу в черных лосинах и ужасной обуви, это уже действует отрицательно. Конечно, я не встречаю модель по одежде, но ее внешний вид влияет на впечатление, которое она произведет. Ты выглядишь круто, если на тебе одежда, которая что-то может сказать о твоей личности. Я понимаю, почему модели носят леггинсы, чтобы мы могли увидеть форму их ног. Но леггинсы выглядят ужасно. Никогда не надевайте леггинсы на мои кастинги. Начинала Натали Джус в качестве ассистента у известного модного фотографа Крейга Макдина. Сегодня Натали работает с такими культовыми журналами, как V Magazine, Self Service и ID. Найти девушку для фотосессии намного проще. Во-первых, тебе нужна 1-2 модели, не больше. Во-вторых, передо мной всегда стоит четкая задача по поводу того образа, который нужен стилисту. В этой фотосессии журнал V Magazine стремился повторить стилистику журнала Playboy. Я для этой истории подбирала девушек. Такая себе фэшн-версия этого культового мужского журнала. Съемки соответствующие. Их делал фотограф, который обычно сотрудничает с Playboy. Выбрать модели для показа дизайнера тоже задача не из легких. Все девочки должны быть как на подбор. Один рост, один типаж. Вместе с Натали мы подсмотрели, как к своему показу готовится нью-йоркский дизайнер Йегаль Изрюэль, год назад посетивший Украину. Этому дизайнеру Натали уже несколько сезонов подряд делает модельный кастинг. Для этой презентации я отобрала 25 моделей. Это вторая линия одежды Йегаля Изрюэля, более молодежная. В этой коллекции больше позитива, игривости, яркого цвета. Именно поэтому модели здесь должны выглядеть как тинейджеры, почти как дети. Коллекция ведь сделана для таких, как они. Несколько сезонов назад кастинг на показе дизайнера Марка Фаста произвел эффект разорвавшейся бомбы. Его модели нестандартных пропорций выходили на подиум в супероблегающих платьях. Одна девушка краше другой. За кастинг модели у этого смельчака также отвечает Натали Джус. Это был его выбор. Марк Фаст был первым, кто сделал это. В итоге модели нестандартных пропорций снова вошли в моду. Кристал Рен стала еще более популярной. Я была за этот смелый выбор. Кстати, таких девушек тяжело заполучить. Они делают много работы и получают серьезные гонорары. Модели с большими пропорциями намного меньше, конкуренция у них ниже. Если ты хорошая модель plus size, то работаешь без выходных. Лично я не приветствую слишком худых девочек. Особенно нехорошо, когда видно, что худоба у модели неестественная. Уже на кастинге я вижу, что девочка слишком тощая. Но некоторым дизайнерам это нравится. Век модели недолг. Одним суждено отработать всего сезон, другие остаются в бизнесе на 6, 8, иногда 10 лет.
Такие успешные карьеры, как у Наоми Кэмпбелл, Клаудии Шиффер и Линды Евангелисты, скорее исключение из правил. Сколько же лет длится самая продолжительная модельная карьера в истории? Этой женщине недавно исполнилось 80. Ее стаж в модном бизнесе превосходит все возможные рекорды. 65. Ровно столько лет назад супермодель Кармен де ла Рифиче украсила свою первую обложку журнала Vogue. Всего таких обложек в ее жизни будет 6. Еще с десяток рекламных кампаний, из которых самая последняя, для Rolex, была сделана всего пару лет назад, когда Кармен была далеко за 70. Начала Кармен рано, в 13 ее заметили, в 15 она уже была на обложке Vogue. В то же самое время позировала великому Сальвадору Дали, обнаженная маленькой девочкой. И все это, чтобы справиться с нищетой, в которой жили она и ее мать. Мы были настолько бедны, что у нас не было денег на то, чтобы сходить в кино. У меня не было друзей. Мой отец не жил с моей матерью, и каждый раз, когда мы переезжали, наши вещи выбрасывали через окно, потому что мы не могли больше платить аренду. Балет был моим единственным спасением. Внезапно от сильнейшего воспаления легких я слегла больше, чем на год. Когда я, наконец, встала с постели, мои кости были слишком слабыми, чтобы делать па. Это была моя первая смерть. Мне было 13. Если бы я тогда знала, что такое суицид. Но так началась ваша карьера модели. Кармен, какие чувства у вас вызвала ваша первая обложка Vogue в 1946 году? Мне было 14 лет. Меня вдохновляли голливудские фотографии 30-х годов, чарующие образы. И я думала, мне никогда такой не стать. Я даже не знала, стоит ли хотеть быть. Я сошла с автобуса, направляясь в балетную школу, увидела стопку журналов Vogue на углу улицы, где находился газетный киоск. Они были перевязаны веревкой. Я знала, что номер со мной должен был выйти, и я искала его. Я посмотрела вниз и застыла от ужаса. Мне казалось, что на фотографии я выгляжу как маленький мальчик. Мои волосы были собраны сзади в пучок, точно как в балете. Эрвин Блюменфельд, фотограф, знал о том, что я занимаюсь балетом, и решил уложить мои волосы назад. На мне были украшения Van Cleef & Arpels, и я будто бы рассматривала себя в зеркале. Уже будучи взрослой, я понимаю, насколько красиво это было. Но тогда, ребенком, я была страшно разочарована. Я попросила продавца развязать веревку. Я была уверена, что обложка второго журнала, находящегося под тем, на который я смотрела, будет лучше. И потом я поняла, что все они одинаковые. Я почти расплакалась, настолько разочарованной я была. Разве это не забавно? Супермодель снимали такие великие фотографы 20-го столетия, как Ричард Авидон, Эрвин Блюменфельд, Ирвин Пен и Хорст П. Хорст. С фотографом Фадилом Бериши Кармен де ла Рифиче познакомилась 15 лет назад. С тех пор Кармен служит Фадилу музой, а он документирует ее многочисленные образы для будущей книги. Она – это что-то очень особенное. Это то, что я хочу показать в своей книге. Книга об одной модели, снятая одним единственным фотографом. Множество выражений лица, множество образов. Не зря же говорят, что у великой модели тысяча лиц. Она и есть эта модель. Она работала с величайшими фотографами современности. Но даже если посмотреть на ее ранние фотографии, я уверен, что сейчас она выглядит намного красивее. Это другая красота. Ей удалось взрастить собственный образ. Теперь же все знают Кармен. Ты заходишь с ней в ресторан, и все оборачиваются, потому что знают, кто она такая. Совместной работы модели и фотографа над рекламной кампанией часов Rolex у Кармен начался новый виток карьеры. Они стали много говорить и много писать. Тем не менее, красота и талант этой великой женщины раскрыты не до конца. Ее именем не пестрят обложки модных журналов. А ведь ей есть что сказать молодым поколениям. Я не веду никаких подсчетов в жизни. Я до сих пор пытаюсь понять, кто я, куда я иду. Мне 80 лет, и я до сих пор считаю, что жить весело.
В жизни важно как можно раньше стать вечной, вне времени. Как же это возможно? Принимать все и видеть все. Все одновременно. Верить в себя. Знать, что весь мир может ошибаться, а ты прав. Но это знание должно оставаться при тебе, потому что нужно уважать и мнение других людей. Если вы не работаете сердцем, если вы не понимаете, куда направить свою страсть, вы можете просто проспать всю жизнь и закончить ее обычным пожилым человеком. Но вы не станете таким, если ранее были достаточно мужественны. Сейчас я планирую свою жизнь от 80 до 100 лет. Я думаю, может, в 100 я все-таки выйду на пенсию. Может быть. Зачем же вам вообще выходить на пенсию? Чего ради? Когда у меня берут интервью, то непременно задают вопрос. Вы думаете об уходе на пенсию? Я же отвечаю. Я выхожу на пенсию каждый вечер, так что я использую это слово, когда засыпаю. Прекратить жить – не тот вариант, который я рассматриваю. Потому что, когда моя жизнь прекратится, я надеюсь быть на высоких каблуках. И тогда я не замечу разницы. Я надеюсь, что изменила мир. То, что подумают обо мне после, для меня не имеет значения. В Нью-Йорке говорят, что настоящим нью-йоркцем может стать каждый иностранец, добившийся в этом городе успеха. Супермодель Кармен Дель Рефиче, кастинг-директор Натали Джуз, владелец агентства Women Management Дижан Маркович, Дафна Гиннес, дизайнеры Оливье Тискинс, Каролина Эррера и Александр Вен по праву могут называть себя нью-йоркцами. Хотя никто из них не может похвастаться американским происхождением. В этом и состоит суть этого города. Сюда стремятся за успехом и славой. И самым лучшим они достаются сполна.